Добрый вечер. Ну вот, сегодня мы что-нибудь такое, наверное, наиграем в кайф. Надеюсь, это будет хорошая, красивая музыка, которую я буду помогать играть замечательному Антону Горбунову и Дмитрию Севастьянову. Так, первая композиция «Счастливчик». Thank you.
Счастливчик. Кто из нас счастливчик? Следующая композиция называется «Песня». Чилим. Следующая композиция называется Чилим. 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 Thank you.
Thank you.
Спасибо еще раз, Антон Горбунов, Дима Севастьянов. И композиция «Чилим». А следующая пьеса, как она называется? Фраза Шульмана. Шуберта. Шульмана. Окей. Thank you.
Спасибо еще раз. Звуки Шумана исполняли Дмитрий Севастьянов и Антон Горбунов. Следующая композиция называется «Самбо жизни» и «Румба смерти». Это уж как кому ближе. Thank you.
Thank you.
Севастьяну. Антон Горбунов. И Ира Парламент. И самбо жизни. В общем, как-то так. Да, если вы не против, мы сделаем перерыв. Нет? Или как? Или продолжать? Как сказать? Быстро играем. Немножко мы попьем кофе. Ура! Еще раз Антон Горбунов, Дима Севастьянов. И мы сейчас исполним мессу, которая называется... Называется которая? Пьеса «Дочкин сон». Thank you.
Спасибо. Эта пьеса называлась «Дочкин сон», а следующая композиция будет называться «Очень нам грустно лучше». Thank you.
Антон Горбунов и такая вот композиция, которая называлась «Грустница». А следующая пьеса называется «Течение реки».
Доктор Бунов, Дмитрий Севастьянов и композиция «Течение реки». Ну что, песня про папу? Про всех. И Римского в том числе. Thank you.
Спасибо, композиция называлась «Папа пришел». И на этом, наверное, мы закончим наш сегодняшний концерт. Я думаю, все не против. Еще раз Антон Горбунов, Дмитрий Севастьянов, Армен Мирабов. Ура! Клуб Козлова. Приходите еще. И, в общем, нам было, наверное, хорошо. Спасибо.